Блин, вот из меня игрок вообще никакой, хочу сказать вам. Привет, ребятишки, девчонки и мальчишки, пришел я Димычу помочь. Да, пришел мне помочь. И в чем, собственно, потому что проблема? Я вчера... Проблема в том, что я не могу разобраться, что здесь делать. Играл я давно. То, что было в одном кино. Ладно, ладно, сейчас освобожу проезд, иди в жопу. Да ну, в задницу, пусть проходит Кирилл Олегович, уже веет, кривляется в задницу. У меня ничего не получается. Ладно, пройду я, Димыч, все сам. Вот ты куда? Я играю как дурачок, вот поэтому... Нет, ты все хорошо играешь. Мне нужно было собраться, а так как меня грушит та ситуация, что у тебя поджимают время, тебе сейчас придет твоя злая бабуся, я пойду. Тогда пойдем. Все нормально, 15-15, что ты? Пошли, закрой дверь. Окей.